микрофон, да? Подожди. Пошел, да. Пошел. Дорогие друзья. А стоит она приблизительно правильно? Да, стань ровно. Давай, рюкзак снизу. Вика, оденься. Забирайте миску, которую вы пожелаете, забирайте с собой. Давайте, ребенок, вот будет от лестницы бросать. Подходим и отцы, молодые люди, не видя. Так, дорогие друзья, сколько там остается минут? Проверьте мою камеру. Стоит плотно, четко. А, дальше ну да, там потом-то положим. А ты вот поставь ровно голову, чтобы я посмотрел. Нет. Вот, стой так, стой. Вот так. Что, она сильно зафиксирована? Вот так, потому что ты должен вот, снимать фокус. Вот так, правильно? А. Сколько времени остается до старта? 4:11:55. Так вот, мои дорогие друзья, если вы с этой кастрюлькой, элементарно станете вот здесь на гараже, как он, как люди стоят, разогреете нормально, никто вам слова не скажет. Просто вам, по большому счету, сейчас, чтобы не замерзнуть, достаточно будет достать большой термос, одну кастрюлю загрузить паэлью и нафаршировать этим мясом ребрышками, подогреть, у вас энергия, чай, вы будете на веселе. Дорогие друзья, все, мы уходим на эстафету. Хорошего настроения, хороших праздников. С вами был Алексей Василькин, Real GoPro, пошел на забег. Все. Не пускают. Придется их обойти с другой стороны. Прикинь, без номера не пускают. Да. Идите, я вам покажу одно место. Поворачивается сюжет по-другому. Надо обойти военных. Ага.
ищи! Come on!
Пробки на дорогах. Даже в Лужне бывают пробки на дорогах. Но это только радует, что такое количество участников. Даже хаски участвуют в этом забеге. Это супер хаски, она с нами.